Вы знаете о лунных турах? В Кёнбукун и подобных местах. У меня никогда не было возможности побывать там. Либо билеты всегда были распроданы, либо у меня не было времени. Так что я здесь впервые. Понятно, что здесь нет фонтанов. И я просто... не могу поверить, что выступал перед Ким Джон Джон. Считаю, что это одна из самых гордых и почетных вещей, которые я сделал до сих пор. Ух ты, какая красота! Я уверен, что каждый мечтает работать в офисе рядом с Кван Хамун. Тэпёно. Чего я добиваюсь? Я хочу посетить одно известное место, где подают тонкацу, недалеко от Кван Хамун. Выступать перед Ким Джон Джон. Я хотел попробовать это днем, но, возможно, ночью все будет выглядеть лучше. В следующий раз хочу попробовать так сделать днем. Если честно, я сейчас в полном восторге. Я так люблю дворцы, что посещаю Кёнбукун два раза в год. Недавно я побывал в секретном саду Чхадукун и в храме Чонмё. Мне также нравится посещать Чхангёнгун и Токсугун. Я прихожу во дворец, когда чувствую себя неважно. И думаю о выступлении здесь. Просто невероятно. Надеюсь, мы не побеспокоим наших предков. Пора выходить на сцену. Меня зовут. Я ухожу. Ребята, дорожка здесь, в центре. Она называется Одо. Что означает «путь, по которому ходил король». Никто другой не имеет права ступить на эту дорожку. Но наша сцена установлена на ней. Прошу прощения у наших предков. Слуги остаются по бокам. Не помню, с какой стороны, но ученые были на одной половине, а военные на другой. Все входили с королем. На самом деле, я так не думаю. В общем, король проходил по Одо, а мы установили на ней Т-образную сцену. Какой опыт? Каждый раз, когда я в Кёнбукун, я изо всех сил стараюсь не наступать на Одо. Но сейчас я понимаю, насколько бессмысленными были мои действия. Не знаю, почему мне вдруг захотелось объясниться, но я пыталась вести себя умно. Пожалуйста, сообщите мне, если что-то из сказанного мной было неверно. Я приходил сюда больше 10 раз. Все нормально, потому что Джи Хоп из Кванжу. Но Джин, который был ближе всех к Сеулу, никогда не приезжал в Кёнбукун. Думаю, это серьезная проблема. Ведь Кёнбукун так красив. Сила армии даже заставила Кёнбукун стать фиолетовым.